Дорогие сестры, уважаемые подписчики, а вы знаете, почему наш магазин называется «Эспира турецкие платья»? Мы сейчас переместимся в Турцию, иншаллах мы вам покажем и расскажем. Ассаламу алейкум, дорогие сестры, уважаемые подписчики. Мы на канале Шойса Давлатова. Мы переместились с холодной Москвы в солнечный Стамбул. Дорогие мои, теперь смотрите, вау! Магазин Эспира. Давайте. Провод магазин Эспира, который основной находится в Стамбуле, Лалили. Мы все расскажем, покажем подробно. Так что поехали. Дорогие мои, вот в этом магазине в основном вот семиэтажка. Шифоны. Все модели, которые вот здесь производят. Шок и бомба с моим. Давайте я вам вот подробно даже могу вам показать, как здесь вот подшив и вот камушки. Видите? Другие модели даже новинки. Давайте вот, видите, вот камушки и подшив. Все сделают аккуратно, только магазин Эспира, только фирма Эспира. Дорогие мои, здесь только вы найдете вот самые высококачественные, самые шикарные модели ТОП 2024. Давайте вот все мы вам покажем, подробно посмотрите, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Дорогие мои, давайте мы вам покажем подробно вот модели, которые вот новинка 2024. Вот теперь смотрите, здесь ткань купра. У нас уникали даже вот знаки, допустим, если у вас 48 размер, мы вам отправили, значит, 48 размер, да? Они вам точно размер на размер. Никогда такого, чтобы не было, чтобы мы вам отправили 48 размер, оно вам висит. Нет, лекал, ну, то есть размер в размер. Вы, вот видите, мелкая прессировка. Камушки так вот аккуратно на месте. Даже вот нет, что такого висит, какой-то, допустим, ниточка или что-то вот пуговицы. Все на месте аккуратно сделано. Теперь давайте, дорогие мои друзья, вот модельки мы вам покажем. Здесь уже они производили уже 2024. Костюм со штанами, стекан купра 3D итальянский. Какие удобные, мягкие. Вот здесь же дизайн, вот посмотрите. И на спортивку, и на домашнюю, и даже на улице. Вот как можно с этим моделем ходить. Теперь, дорогие мои, давайте другие вот модельки, которые тоже вот родили новинку, могу вам показать. Да, теперь смотрите, дорогие мои. Все это цвета, именно вот с этого фасона и с этого ткана. Даже вот внизу, смотрите, если внимание обратили, маленький подобный отрез. Дорогие мои, теперь смотрите, шифон бархат, здесь уже бархат, здесь шифон с бантиками, аккуратно. Вот видите, камушка так сделана, так как они шьют с кармашками, рукав на резиночка. Видите, есть на каждый вот шифон бархат, шифон есть чехол ХБ, дышащий, который 100% дышит. И еще вот такие модельки, смотрите, новинка. Видите, снимается платьишко, здесь уже органза ткан, камушку, вот видите, как они вот на месте, вот так аккуратно сделано. Даже теперь вот костюмчик сверху давайте вот так сделаю, покажу. Коротенький, и внизу опять вот видите бархат. Тут вот камеру вот поближе сделайте, пожалуйста, вот камушку, видите, в рукав тоже вот с камушкой, и спереди уже
С этого вот такие фасонки, два цвета, молочный цвет, серый цвет с черным цветом смешано. Дорогие сестры, смотрите, все эти модели новинки мы вам сейчас не можем показать. Конечно, эти все вот модели новинки мы вкладываем в телеграм-канал, в YouTube-канал. Вы, конечно, увидите и свои заказы, и, конечно, даете очер. Давайте мы идем дальше. На втором этаже есть, конечно, шифоны тоже. Давайте чуть-чуть вот экскурсию сделаем, и мы вам покажем. Ждите. Дорогие мои, уже мы поднимались на второй этаж. Давайте я вам покажу шифон. Ткань Купра, ткань Ипек. Вот уже 2024 год, новинки. Конечно, все эти, иншаллах, модели мы вкладываем в телеграм-канал, YouTube-канал. Вы, конечно, увидите и свои заказы, конечно, дадите. И, конечно, можете приобрести любые модели. Дорогие мои, мы вас любим и ради вас стараемся, иншаллах. Так что пишите комментарии и ставьте лайки. Мы с вами. Берегите себя. Так, дорогие мои, смотрите, вот наша манекенщица, вы уже ее каждый день постят в WhatsApp, телеграм-канал, YouTube-канал, Instagram. Все вот соцсети мои вот вы увидите, умножат. Так что, дорогие мои, здравствуйте. Клиенты для вас, вот Шайста Давлетова пришла сюда и работает, подбор красивый делает. Всем желаю хорошее и красивое настроение, и всегда была у вас самая классная. Машаллах. Очень красивые слова сказаны. Так что берегите себя. Мы с вами. Вы на канале Шайста Давлетова.